До 22 возросло число жертв смертоносного теракта в столице Таиланда, городе Бангкок. Раненых более 120. Взрыв прогремел в понедельник возле храма Эраван, одной из главных туристических достопримечательностей города. Среди погибших и раненых есть иностранцы, в том числе граждане КНР, Тайваня, Малайзии и Филиппин. Премьер-министр страны во вторник сказал, что это был самый страшный инцидент за всю современную историю Таиланда. Это худший инцидент, который когда-либо происходил. В прошлом случались небольшие взрывы, но в этот раз целью было забрать жизни невинных людей. Они хотели уничтожить наш туризм и нашу экономику. Ответственность за взрыв пока не взяла ни одна группировка. Я пока не знаю, кто это совершил, но это без сомнения плохие люди. Их не волнует, что невинные граждане погибли или были ранены, и не важно, каковы были их мотивы. Полиция уже просмотрела видео с нескольких камер видеонаблюдения на месте взрыва. Министр обороны страны сказал, что у правоохранителей уже вырисовывается более четкий портрет подозреваемых. Мы уже собрали данные со всех камер видеонаблюдения. Мы также получили другие свидетельства. Уже становится яснее, кто мог организовать взрыв, но раскрывать детали я пока не могу. Во вторник утром на месте взрыва можно было увидеть полицию, которая продолжала искать улики. Местные жители и туристы говорят, что напуганы. Это повергло нас в шок. Мы напуганы. Такого никогда не происходило. Очень страшно, что это произошло в городе. Отметим, что храм Эраван ежедневно посещают тысячи человек, включая туристов и верующих. Рядом с ним находится 5-звездочный отель.